большой праздник вообще. Иди сюда. Иди там сюда поближе. Мы сейчас будем вон фотографироваться. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ничего себе. Это вон такой... А, я не сказала. Сегодня праздник какой? А вы знаете, какой праздник сегодня? Сегодня какой праздник? День рождения великого поэта. Пушкина. Пушкина помните? Конечно. А что такое вчера смотрели? Да, в новостях, наверное, говорили. А вас как зовут? Забыла. Забыла? Очень красиво. Так. А тебя? Надежда. Надежда. А тебя? Есения. Ой, какая красота у вас, а? Вы эти чуть не имена дала мама вам. Так, скажите, вот сейчас мы вам небольшие вопросы задать, 5 вопросов. Нужно ответить быстро. Так, как звали маму Пушкина? Надежда Осиповна. Надежда. Угу. Ты теперь будешь знать, что маму Пушкина тоже Надеждой звали. Сколько у Пушкина было детей? Четверо. Две девочки и два мальчика. А у вас сколько детей? Трое. О, вы скоро тоже к этому подойдете. Кто убил Пушкина? Кто убил Пушкина? Дантес. На дуэли убили, да, Дантес. А какое самое известное произведение у Пушкина? Так, что вам читали? Сказки какие? Руслан и Людмила. Так. Да. Угу. Так. Еще. Сказка о золотой рыбке, конечно. Да, да. Угу. А где родился дед у Пушкина? Ну, я-то не знаю, они точно не знают. Почему? Нам там в школе чему-то. Ну, это был Ганнибал, который говорят, что он родился в Африке. Лишь стихи учить не заставляют. Да? А вас заставляют учить сейчас? Да? Нравится? Не очень нравится. С возрастом понравилось. Но мы вас поздравляем. Сегодня еще день русского языка. Александр Сергеевич Пушкин как раз это, наверное, эталон того, как надо говорить на русском языке. И еще хороший сегодня праздник Вознесения. Так что мы вас поздравляем, хорошего вам настроения. Вас поздравляем.